Сказали бы мне 2 года назад, что мы станем мужем и женой, я бы никогда не поверила. Но сейчас мне очень сложно представить свою жизнь без тебя. I keep my hopes up, and I'm walking the streets over bodies. I keep my eyes out, and I'm watching the world with my feet. This is the moment, it's the cold, it's the flames, it's the fault line. This is the moment, it's the moment we take from the main line. Встреча Елены и Кирилла была абсолютно случайной, в кругу общих друзей. Но уже через несколько дней он, Кирилл, узнал, где она живет, узнал номер телефона и приехал с огромным букетом цветов. А всего лишь через 2 месяца Кирилл сделал Елене предложение. Это было в октябре прошлого года. Все получилось очень романтично, на берегу. Так вот, с первого знакомства зародились красивые чувства, которые привели Елену и Кирилла к сегодняшнему дню. Наш неподражаемый жених Кирилл! Надежные руки будущего молодого супруга Елена и Сергей Степанович. Итак, на ваших глазах молодожены обмениваются обручальными кольцами, друзья! Слушай, ты прям сразу сам собой стал. Так, дай-ка я это поближе сейчас.
А я всегда знал. Сюжет по 10 раз. Никто не злился на меня, когда я засыпала во время фильма. А еще никто заботился обо мне так, как это делаешь ты. Я клянусь быть тебе во всем опорой, нежно любить тебя и терпеливо оберегать нашу любовь. Извиняться, когда я была не права. Провожать тебя утром на работу, укрывать одеялом, когда тебе будет холодно. Поддерживать тебя, вместе смеяться и иногда грустить. Может быть, даже и плакать. Но лучше, конечно, грустить, смеяться. Я просто хочу с тобой прожить эту жизнь до конца. Вместе и навсегда. Я люблю тебя. Седьмое, 2023. На ваших глазах родилась семья. Важнее выборов главы любого государства. И самое главное, красивее, чем конкурс «Мисс Мира». Потому что у нас такая замечательная, красивая пара. И мы рады приветствовать Кирилл и Елена!
гордимся тем, что вы у нас есть. Вы наши самые лучшие друзья, вы наши самые лучшие помощники, вы наша опора и наша надежда. Мы вас очень сильно любим, мы вас уважаем. Мы желаем вам всего самого-самого лучшего. Огромное вам спасибо за то, что вы для нас делаете. Вы правда самые лучшие люди в нашей жизни. Вы самые близкие люди, и никто никогда не сможет вас заменить. Мы всегда будем вас любить. Всегда будем рядом с вами. Да. На самом деле я хочу вам сказать большое спасибо вам за то, что вы воспитали такую хорошую девочку. Воспитанную, умную, красивую. А вам спасибо большое за воспитание, за вашу помощь и в общем-то, за все. Вы всегда мне помогаете, вы всегда рядом со мной в действительно трудные минуты, когда мне нужна ваша помощь. И родители Леночки тоже никогда не отворачиваются от нас и от нее. Спасибо вам большое. Скрою, что с самого рождения Лена была дочерью папы, моей маленькой принцесской. Поэтому, Кирилл, сегодня я тебе даю в руки самое ценное, что у нас есть в жизни. Люби ее, оберегай, храни, будьте счастливы.